Обласний департамент екології та природних ресурсів, на сьогоднішній день які основні завдання ставите перед собою, як і над чим працюєте? Департамент екології, в першу чергу, це департамент, який займається сьогодні більше направлення созидательної роботи, направлення по відтворенню флори, фауни, направлення по відтворенню природно-заповідного фонду та основні напрямки, которым уделяем очень большое внимание. Это вопросы, связанные с очистками территории, программы по борьбе с отходами, особенно отходами первой категории небезпеки. Мы уделяем очень много внимания сегодня новым направлениям относительно определения влияние производства сферы на окружающую среду, згідно последнего закона. Начинаем эту работу. Мы внимательно смотрим за використанням надр. Единственное, что я хочу сказать, что департамент экологии не является контролирующим органом. Мы не имеем функции контроля и, будем так говорить, карательного органа. Для этого есть экологическая инспекция, для этого есть полиция, для этого есть другие службы инспекционные. Вот, так что вот в таком вот направлении есть программа охраны природного навколишнего середовища 2016-2018 год. Я считаю, что мы ее очень успешно выполнили, благодаря в первую очередь депутатам областного совета, которые во многих вопросах нас очень сильно поддерживали, даже проявляя свою инициативу, особенно последняя комиссия, когда мы пытались для развития на территории Сеймского на відтворення реки аборигенной рыбы в реке Сейм, перевели часть направления по стерляди, за разведение стерляди перевели с реки Ворсклу на Сейм. Но, тем не менее, депутаты нас поддержали и оставили и на Ворскле, то есть добавили денег, и на продолжение программы по Ворскле в этом году мы будем делать первые пробы отбора, и на начало программы відтворення по Сейму. Ви говорите про множувати, збільшувати, і от наскільки, мені цікаво, результативна така робота, приміром, за підсумками 2017 року? 2017 год, чим для нас був знаменателен? Перше, виділені денежні средства 2016-2017 року на відтворення європейської лані. Да, це по мисливському господарству низи закінчений проєкт. То есть вольер есть, но сегодня стоит вопрос о переселении лани, то есть этот вопрос как бы закрыт. Второе направление – это создание сегодня и вытворение фазана охотничьего, или так называемого фазана обыкновенная. Ну, здесь уже есть особые результаты. Это по охотничьему хозяйству Сумы были выделены денежные средства, там идет уже развитие его, то есть выделяли очень небольшие средства, сегодня там ферма имеет уже более 1000 голов фазана, а в этом году еще и будет больше. Да? Что это дает возможность? Дает возможность управляемого мысливства, так называемая подсадная охота, когда мы знаем, что не это, охотники будут получать там удовольствие от самого процесса, не влияя на саму среду обитания на данной территории, в том числе и других видов, которые есть, этих видов, которые ограниченное количество. Стоит сегодня вопрос о создании такого же расплидника и по серой курибке, и стоит вопрос по созданию собственных уже расплидников в межах наших территорий по хищной рыбе, то есть вытворение хищной рыбы по всем направлениям, то есть река Псел, река Ворскла, река Сейм и Десна. Як можна охарактеризувати загальний екологічний стан на Сумщині? Чи можемо ми сьогодні впевнено говорити про те, що живемо ми на екологічно чистій території? Поки ми не живемо 100% в екологічно чистому регіоні, це однозначно. То есть присутствуют выбросы в атмосферу, они как были, так и есть. Естественно, они очень сильно сократились. Почему? Потому что сократили производство сегодня крупные предприятия.
Но, тем не менее, остаточные выбросы есть. Да? Мы переходим на, так получается, на альтернативные виды топлива, особенно те, которые возобновляемое топливо. Да? Мы отходим от газа, но, тем не менее, здесь есть и выбросы в атмосферу. Сегодня нерациональное использование остатков от агробизнеса точно такая же проблема. Сегодня проблема с бытовым мусором. Сказать о том, что мы сегодня находимся в экологической чистой зоне, я не могу сказать. Потому что даже так визуально по нашим расчетам, которые есть, да, вот около 4% территории это чисто занимает полигоны и свалки. Да, вот если мы берем 2 миллиона территории Сумской области, больше 2 миллионов, ну, посчитайте, 4% это свалки, в том числе несанкционированные свалки. Это мусор, который разлагается десятками лет, там 60, 50, 40 лет и так далее. То есть сегодня, вот, кстати, наверное, есть в этом необходимость обратить внимание, начинается весна. Опять же, начнется выпаливание стерни, начнется спаление агротехнологических остатков и так далее, и так далее. За этим всем, опять же, будет загрязнение как воздуха. Но самое страшное то, что выпаливание стерни, выпаливание особенно луговых массивов несет за собой и на этот промежуток времени, когда начинается окрол у зайцев, то есть выводится новое потомство, начинается гнездование птиц и тому подобное. Это жестоко уничтожается. Сегодня это уже большая трагедия для Херсонской области, потому что там уже захватывают национальные парки в том числе. Для нас очень большая проблема, мы тоже за это очень сильно переживаем, это верховой короед. Сегодня мы начинаем терять хвойный лес. То, чем всегда славилась Сумщина, особенно по сосне, вот, мы начинаем терять. Я никогда не мог подумать еще 2-3 года назад о том, что такая беда может прийти на Сумщину. Мы теряли от типографа ель, от сокращения водоносных слоев, нижних водоносных слоев воды, теряем березу. До рябковых заболеваний выпадает ясень, но сегодня выпадают целые массивы верхового короеда. Почему глобальное потепление несет за собой и приход новых вредителей, в том числе создаются условия для их развития. То есть они будут давать по 2-3 репродукции с таким потеплением, если раньше сокращение морозов и так далее, то сегодня это очень серьезно влияет. Так что сказать, что мы сегодня в идеальной среде, нет. И мы не в идеальной среде сами по вине нас самих. Ви вже торкнулися питання парку Сеймського, ну такого досить неоднозначного, тому що декілька разів його піднімали на сесії обласної ради. Були противники, були ті, хто за створення природного ландшафтного парку. В чому взагалі питання і на якій стадії сьогодні його вирішення? Проблема, она до конца не вырешена, она находится такой, как-то в стадии анабиоза. Ситуация складывается в следующем. Для того, чтобы определить территории и право использования этих территорий, то есть РЛП Сеймский, это, или РЛП, так называемые ландшафтные природные парки, это как бы, можно сказать, мягкая форма, очень даже мягкая форма национальных парков. То есть у нас на территории Сумской области есть сегодня 3 национальных парка. Третий – это Михайловская целина, которая создана в прошлом году. Начала создаваться администрация Деснянская, Старогутская и Гетьманская. Там есть полная заборона. А разница между национальными и ландшафтными парками – то, что территория ландшафтного парка делится на зоны, так называемая хозяйственная зона, в которой происходят, можно проводить все работы. Там заниматься сельхозбизнесом, земля передается по наследству, земля передается в аренду, можно выпасать скот, можно косить траву, вот, земля отдается в приватную власть, то есть она используется на обычных основаниях без обмежень. За вынятком тех зон, которые являются заповедными,
на них распространяется закон про заповедные территории и рекреационные зоны. Рекреационная зона здесь является, опять же, они являются не только в межах ландшафтных парков, но и на других территориях, в том числе здесь это рекреационная зона, это берега реки Сейм и затоки, заплавы. Ну и они же как бы дублируются вторым законом, это закон про прибрежно-захисні смуги, так называемые. То есть вот в этом нет разницы. Единственное, чем он может быть отличие, это для этой территории прерогатива, то есть в первую очередь это действительно экологически чистое направление, которое бы было желательно осваивать. В том числе это очень интересно для новой формы органического земледелия. Это интересно для джильников. Почему? Потому что экологически, ну, мед, полученный на экологически чистой территории, он на порядок дороже становится. Украина сегодня является одним из основных поставщиков меда. Территория, на которых можно заниматься так называемыми дикоросами, да, то есть это одна из форм направления, это формы диких растений, это ягоды, грибы и так далее, да. Западная Украина очень активно этим занимается, это для них бизнес, особенно для территориальных громад, и они с этого имеют очень серьезный зиск, и зиск не просто серьезный, а в валюте. Почему? Потому что цена данного товара, экспортируемого товара, на который на сегодняшний момент нет такой необходимости в серьезных сертификатах, потому что он идет совсем по другой категории. Но самое интересное, на него и квот нет. То есть, если на мед есть квоты, то здесь нет. И сегодня вот в межах ландшафтных парков на Западной Украине есть такие фермы, на которых там по 20, по 30 гектаров белых грибов. Там лисичек и так далее, можете представить. В среднем с одного гектара... Какие перспективы у нас на будущее? Пожалуйста, только для этого надо иметь желание, да? То есть это получение, как мы говорим, органическое земледелие, да? То есть территории, на которых, ну, как альпийские луга, да? Почему ценится швейцарский сыр очень дорогой? Потому что молоко получается в экологически чистой зоне. Оно является, оно несет там большое содержание витаминов, сухих веществ и так далее. Но это долго, химия, про химию это разобрать. Можно сказать, что там неоднозначно, и скажи, мало, ну, понимаете, не совсем есть категория людей, которая не совсем разобралась в этом вопросе, да неправильно доводит это до громады, с одной стороны. Обычно, ну, не совсем правильно, даже не то, что не совсем правильно. И второе, это лоббисты, земельные лоббисты, которые на сегодняшний момент используют очень много земель, практически не вне регистрации их. То есть получают прибыток, ничего не платя за это. Вот. Готовятся новые территории под распашку и так далее. Да, вы понимаете, что сегодня прибыль с одного гектара земли для агробизнеса – это порядка 300 долларов. Там есть за что воевать. А для жителів обласного центру тема номер один – це все ж таки пестициди, шкідливі речовини на території колишнього КСП «Тепличний». Це стало темою останньої колегії при голові облдержадміністрації. На якому етапі вирішення питання? Ми знаходимося на різних законах, да, есть закон про государственную администрацию, который, у которой есть определенные обмежения, и есть закон про местное самоуправление. По два этих направления управления территориями разрабатывались остальные законодательные акты, подзаконы и тому подобное. Да, в связи с тем, что у территориальных громад более развязанные функции, они имеют больше возможностей, под них вырабатывались и некоторые статьи закона про отходы и так далее, и так далее. У администрации нет таких функций. То есть администрация не имеет на балансе ничего и не может иметь на балансе. Ну, не предусмотрено законом. Это как бы орган, которому, допустим, областной совет делегирует повноважения выполнять какие-то функции державы на определенной территории. Тоже не все. В основном, а особенно сейчас, после последней постановки, когда уже передаются и земли территориальным громадам, и местным советам и так далее. Вот. Чем мы можем? Мы можем организовать эту работу. Мы можем профинансировать эту работу.
но мы не можем найти место, на котором будут сохраняться уже перезатаренные, очищенные, да, вот эти гербициды, пестициды. К сожалению, на сегодняшний момент в Украине нет ни одного предприятия, которое бы имело возможность утилизировать, изнешкоживать такого рода отходы. Ну, они остались на оккупированной территории на сегодняшний момент. Одно предприятие в Житомирской области, Эконова, которое имеет лицензию, но не имеет дозвола на выбросы, то есть технологически они не готовы сегодня к этой работе. И, к сожалению, Украина пока не попадает по Базельской конвенции в транскордон, но готовиться к этому можно и нужно. Вы говорите, что можете профинансировать, сделать работы по перезатаренню. В чем тогда проблема? Проблема в месте хранения перезатаренных отходов. Кто має надати це місце? Міська рада. И у нее для этого есть очень много возможностей. На ее территории находится очень много предприятий, которым они в том числе дают льготы по аренде земли и так далее и тому подобное, на которые они влияют, ну, есть определенные формы влияния. И определенный промежуток времени для того, чтобы перезатаренные гербициды, пестициды находились под ответ хранением. А оно так и было с самого начала, в 2009 году. То есть эти гербициды, пестициды уже были раз перезатарены. Ну, к сожалению, как у хорошего хозяина, товар оставили, а склад украли. Наскільки реально небезпечні ці відходи і взагалі яка зараз екологічна ситуація там на Тепличному? Весна сніг зійшов, проби проміжуточні по верхнім слоям брались, там є перевищення в 12-15 разів по небольшій території, по ДДТ, по ДДЕ, це по інформації екологічної інспекції. Ну вот, насколько они небезопасны, до тех пор, пока они на месте, они несут на себе угрозу, до тех пор, пока они перезатарены, то есть они, к ним есть доступ, да, то есть в любой момент к ним может подойти кто угодно, когда угодно, взять для каких потреб никто не может понять, да. Вот, из-за этого мы как бы неодноразово, начиная там на протяжении 15-го, 16-го, 17-го года и 18-го года, предлагаем городу провести возможность перезатаривания для того, чтобы они нам предоставили место, где это будет храниться. В прошлом году мы эту работу сделали часть по Роменскому району, по Липодолинскому району. То есть сельские советы нашли такую возможность. Мы их показывали, да, то есть это здание, их завезли, там нет ни окон, ни двери, это все заложено кирпичом, и они будут ждать своего часа. Я думаю, что, может, 2-3 года, может быть, и раньше примется решение либо по предприятию, которое будет знескоджувать, либо по транскордону, когда эти гербициды, пестициды будут вывезены за границу, уничтожены там. В любом случае они должны быть перезатарены. Тоже какие остаточные решения по суммах? И опять мы выделяем практически 500 000 гривен. И опять мы ждем от города пропозиции о том, что они нам найдут возможность предоставить такое помещение. Либо договорятся с кем-то. Почему? Потому что в любом случае мы не можем держать на балансе, мы кому-то должны их передать. И какие термины? Ну, термины до мая месяца, как бы мы их просили, чтобы они нам дали такую информацию. Мы должны провести. Это очень серьезная процедура, тендерная в том числе. Она занимает время и так далее. Но, тем не менее, параллельно мы сегодня работать будем по Сумскому району. Очень много там обращается. И уже начинаем проводить тендерные процедуры по Роменскому району. То есть там, где есть желание, люди находят возможность. И где хранить перезатаренную продукцию. То есть влиять на зачистку. У нас сегодня из 18 9 районов полностью очищены взагалі.